Всем привет, с вами Арсений, магазин Ткэмп, и небольшой видеообзор о универсальных крепежных блоках, которые можно установить в лодку ПВХ, которые значительно облегчат ваше пребывание на воде. Начну, наверное, с самой простой модели, это УКБ-1 и УКБ-1А. УКБ-1 это простой универсальный крепежный блок, на который вы можете закрепить все необходимые прибамбасы, начиная от монитора эхолота, навигатора. Также сюда можно установить инструкцию на держатели для спиннинга, прикрутить различные держатели функциональные, такие как скотти и все остальное. Все остальные прибамбасы. Выполнен он получается из двойной фанеры. Толщина, как правило, у нас универсальных блоков порядка 48. Толщина у нас всех блоков идет порядка 50 миллиметров. Но если брать данный типа размер где-то 13 на 12. Вот. Самый простой и, наверное, один из самых востребованных УКБ у нас в магазине — это УКБ-1. Дальше у нас идет немножко увеличенная модель УКБ-1А. Но вот разница, в принципе, только ее ширине, на которой можно, допустим, установить там навигатор и эхолот, или, допустим, два держателя спиннинга направить в разные стороны, вот. Или там прикрутить пластиковый пенал, куда можно положить мормышки всякие, эти самые блесна, воблеры и все остальные оснастки. Вот. Дальше у нас появилась моделька, это получается 8 УКБ-8. Вот. В отличие от УКБ-1А, тут появилось у нас одно отверстие вот такое, вот куда при необходимости мы можем спокойно поставить, например, спиннинг, вот. А сюда поставить, допустим, тот же монитор эхолота. Дальше переходим у нас уже переходим к другим моделям, которые идут, как видите, уже с трубками для держания спиннинга. Ну вот, угол наклона тут у нас получается порядка 40-35 градусов. Ну, как правило, это вполне достаточно, чтобы ваш спиннинг смотрел на воду. Вот, и вы могли освободить свои руки и заняться троллингом или чем-нибудь еще другим. Итак, модель у нас получается УКБ-8. У нее, ну, толщина также 5 сантиметров, ширина 19-20 сантиметров. И глубина получается также в районе 12 сантиметров. Здесь у нас идет трубка, стакан для спиннинга. Вот, выполнена она из пластиковой трубы, края завальцованы, крепится она на саморез с торца. Вот сюда можно установить все тот же, допустим, монитор эхолота или там дополнительное крепление спиннинга типа скотти и его аналоги. Вот. Это у нас модель называется УКБ-3L. Помимо держателя пластикового стакана для спиннинга, здесь есть у нас дополнительное отверстие для установки спиннинга. Допустим, когда вам надо просто переоснастить ваш спиннинг руки, чтобы освободить руки или переплыть на другое место, вы вертикально его поставили и спокойно переплываете. Еще одна моделька — это УКБ-2, ну, вот, скажем так, также одна из самых популярных моделей по причине компактности, практичности, удобству, ничего лишнего, скажем так. Пластиковая трубка диаметром 40 мм, вот, также крепится на саморез к самому блоку. Вот, все эти универсальные крепежные блоки у нас фиксируется на лодке на систему крепления электрод. То есть их можно установить и передвигать вдоль борта лодки по креплению для сидений банок, так называемых, нашей лодки. Все данные блоки крепежные можно купить у нас на сайте, оставить заявку. Если у вас появились какие-то идеи, как можно модернизировать, улучшить данное направление универсальных крепежных блоков, оставляйте комментарии. Мы всегда рады доработкам.
Вот. Всегда прислушиваемся, делаем новые модели. Очень часто мы делаем новые модели непосредственно с самими рыбаками. Вот. Поэтому комментируйте, оставляйте отзывы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, нравится, не нравится. Меня зовут Арсений. Рекомендую.